Так, все. Всем привет, народ. Хуй знаешь. Да подожди. Так, и куда же дальше? А. А теперь моя очередь. Пошли. Пошли. Только смотри на мою. На моего роботика не напрись, а то опять свалишься с этой херни. Да-да-да. Ладно. Ты помнишь, что делать? Не понял. Ну. А, блин, нужно второй поставить, чтобы оно работало. Бля. Убери портал. Короче, когда я полечу вверх, ты поставишь. Это понятно. Хоп, бля. Ну, собственно, спускаться и надо было. Да, я потом не снимал. Помнишь, как ты делал? Uh-huh. А, нет, стой, это я должен поставить. Нет, ты там ставь. Наоборот. Да пох как-то. Нет, не наоборот, не пох. Я... Всё, давай. Как ты будешь ставить портал? Забыл, что ли? Готов? Где свой контакт? Какашка у тебя в штанах, понял? Сюда. Правда? Ну ладно, не будем приравниваться к школоте. Ну? Выше. Ай. В смысле Кавказ, кавказский украинец? Это что за? Не украинец. Ну да. А ты похож на педика. Мадура, кавказская украинка. Слышь! Не, реально, у тебя робот по статуре похож на педика. Худой и длинный. А сейчас обидно было. За такое скинуть можно. А вот это реально не поможет. Да-да-да. Давай. Да. Ну, да. Все, уходим. Так, ну теперь моя очередь. Блин. Как не взял круг? А хочешь, чтобы на горе посадили? Господи, весело было, конечно. Прикинь, так сейчас все в чате напишут: ты чё, украинец? Такие разъярённые расисты. Всем понятно, что мы лучше. Да ладно, шучу. Давай, давай, давай. Ну. А, чё, я дурак? По факту или в рифму? Ну.
Ну? Поплею, да. Да, чё ж ты только что сделал? А, это я, понял, да. Ай. Ты идиот! А как это произошло вообще? Нужно отомстить. Да ладно. Пришел! Да не так! Я решил помочь. Идиот, а косак! Да дай пройти! Блин, тут смешно. Эй, сука! Ты меня на один раз больше убил, чем я тебя. Почему? Чего ты взял? На видео посмотришь, короче. Так. Ну, а, понял. Я понял. Все, давай. Идиот. Давай, прыгай. Да прыгай. Бля, ну что ж ты за идиот, косы? Прыгай. Чтоб я упал? Да. Ну и так сойдет. Так, и теперь подумаем, как решить эту задачку. Я думал, ты уже понял. Нет. В случае я понял. А. Ниже! Поставь ниже, точно! Еще ниже! Еще ниже! Идет! Блядь, как не вовремя мне пишут, блядь! Ах ты, Сашка! А, теперь на эту тему будет спорить. Бога нет, сам логически подумай. Он атеист. Кто поставить, балдец? Вот с этой стороны поставь его, говори тебе. Отвечаю. Ты пидор! Отвечаю. Он атеист, ребята. Бьем его. Да, значит, так, а как же тогда? А, ну, ну все, понял. Ги? С другой стороны поставь, вот где-то вот. Бля! Вот тут вот поставь, игуана, ты кусок. Игуана? Да нет, вполне нормально. Где буана? Хорошо, как вверх? А, ну, ну понятно. А не туда щел. Сейчас скину. Давай. Но растения и не могут дрочить. Прикинь. Ну все, продолжаем. Бежит. Хватит какую-то хрень молоть. Задолбал же. Мне пофиг, это хрень. О, как я!
Охуеть. Что-то хуёвенький, блядь, получился. Ну, видишь, я не знаю, как, но всё получилось. Чем вы сок неправильно делаете? А, я понял, что мы неправильно. Чел, я уже у выхода. Я не знал, что ты упадешь. Сейчас всем будет. Чисто так намекнул. Чуть не свалился. Бать, как я высоко. Бать, мой лысый чудо. Так. А. Да не-не-не, все правильно, это продолжение. Да ты чё? Ну да. О-о-о-о. Ты куда съебался? Ты чё, свалился? Блядь, ты тварь. А ты откуда респавнишься? От твоей задницы. А, нормуль, нормуль. А! Туда. Чё у меня, блядь, а? Чё? Хуйва, чё? А! Не благодари. Ты хоть знаешь, где я? Знать не хочу. Ну ты жди меня там. Я не помню, что мы такое про... Ебали. Сдох? Да. Держитесь. Держался? Я тебя не вижу. А, вот ты. Держался, пнуть тебя хочется. Сейчас не удержу, сейчас слово. Так, хорошо. И нужно подумать. Ё! Чуть не свалился. Как? Я уже нашел туда. Я сюда пойду. Нет, вот видим. И там дальше вы будете. Поставить, он когда тут добраться. А! Ну, тут все понятно. Тут все понятно. Только непонятно, как это сделать. Нужно, короче... Вот если б тут ты поставил портал, и тут, то все было бы шикарно. Шикарно. А теперь тут поставь, пожалуйста. Каким, блядь, образом? Я не знаю. Нет. Что тебя убил? Ты бы видел, как это смешно выглядит, я честно там пробовал. Ну, короче, дай тебе посмотришь. О, так тут еще есть панельки. Это все меняет. Так. А как? Ну ладно. Мама, внимательнее, блядь. Андам. Кого ты да? Идиот! где? А, тут? Ладно. Ну теперь жди меня! Ну ты подожди. Да ладно тебе! Это стило. Да ладно тебе! Идиот! А, портал же за тобой.
А, понял, понял, все. Знаешь, иди нахуй с такими. Он сам и решает эту задачу, все, я на тебя обиделся. Забирай свои игрушки и не пить им игрушки. Ой, да иди нахуй. Долечу. Долечу. Долетел. Прикинь. Ничего не собирался делать. А, я понял. Сейчас, подожди, я подохну. Так. Ставь красный портал там на той панельке. Я в этой панельке сижу, нажми на там. А, ну и тебе сюда оранжевый ставь. Да. Вернись назад. Сюда. Видишь? Ага, все. Молодец. А я, блядь, как? Как бы и я тоже тут никак. Привет. Как дела? Ладно, давай думать, как это решить. Бляха, я подумал, что ты упал. Слушай, ну все же... Блин. Ладно. Ну вот я и хотел вот с этим что-то попробовать, но все равно никак. Давай сначала хотя бы попробую, ну, нужно найти способ хотя бы добраться туда. То есть даже одному. То есть у нас даже нет физического способа туда попасть. Охуеть. Я в курсе. Особенно сейчас. Ты там как? А, ты тут? Так, а ну ж, а что если сюда портал поставить? Не зря, что тут панельки. Как туда без болезни да достаться? А, я понял. Идиот! Ну давай! Пусть Кирилл меня услышит, а бляха! Пусть Кирилл меня найдет! Да? Я не знал! Блин! Что с этой камерой делать? Значит так, а ну ж давай-ка встаем под этой шнягой. А что если... Чел, а что делать-то? Ты в курсе? Мне не нравится эта затея. Вернись, ты вернулся. Дурай. Еще назад иду, ладно, и вернусь сюда. Ты балдел, блядь, мне просто зависло, вернись сначала. Ну кай. Ну? Да. И как я пролезу? Повыше поставил. Еще обратно, ты издеваешься. Верни, все. Нет, ты идиот! Зачем ты это сделал? Ты ужасный человек. Я тебе пляску не положу, давай. Ну. Хорошо, допустим, я так добрался, а как ты? Когда тебя нет, получается,
смотри, вот... Вернемся. Лезу. Подожди. Давай. Где? А, все еще наверху. Еще? Чего? Стой, там еще нет сверху? Нет. Есть подолбанное стекло. Так поставь пониже, пониже поставь. Нет, ты как умри. Отойди. Умри, сука. Вот так вот. Ёбище, я знаю, сколько парился, чтобы вот так нормально поставить. Сука, я за один выстрел это сделал. Нет, чуть-чуть повыше, вот так. Вот все нормально, чел. Если ты косорукий, то кликни колесико мышки. Кликни колесико мышки, если косорукий. Один выстрел до попадания. Это что где? Вот так вот. Дима, ты я ванна, я. Ты умер? Нет? Да что ты? Окей. Я тебя и так видел. Ух ты, какой у меня интересный корпус. Блин, реально интересный корпус у меня такой. Да я сексуальный. Я самый сексуальный робот. Так, ну что, я сейчас построю на паузу, подожди. Так, продолжаем. Мы додумались, как это сделать. А, стоп, мне нужно отойти. Ну ладно. Да ладно тебе, я помогал. Неправда. Ну не на камеру же, чел. Не на камеру. Ага. Они называли его невозможным, смертельным, жестоким. А один испытуемый даже набрался наглости назвать его сломанным. Конечно, у людей была только одна попытка. А вы можете пытаться снова и снова. Ну да. Читеры. Да-да-да, читеры. Два я таких читера. Так, ну чё, мы этот блок снимаем 10 минут. Ну, я не знаю, какой это левел сейчас будет. Пятый из восьми. Ну, неплохо. Вот да, это, конечно, рентабельно. Стоп, а я чё-то сюда пришёл. Эмма Кай. Еще больше Кай. А, ну понятно. Ух, не смеши меня. Да чем я тебя насмешил? О, я понял. Моя как? Давай. Сука. Сука. Ей! И как? А, тогда прыгнуть можно. Ну ладно. Сука! Не у финиша. Ты сука! А не у финиша. А, да, тут же пропало все, лучше не видео. А не-не-не, я могу достать, там маленькое такое окошечко. А тут как? Ты сука! Пока. Задачил. Стали порталы.
Ау! Было достаточно таки больно. Пикачу. Блин! Я не тот портал поставил. Пикачу. Опять расист. Опять расист, да, да? Ах ты, сука! Да не туда! Да не туда, идиот! Ау! А! Блин. Блин. Да что ты? А! Ты идиот! О, все, наконец-то! Все! Я завладел этим лучиком. Видал? А? А? Видал? А? Бля! Да-да-да, он нашел бы. Ей! А как я сюда? А, ну да. А, подожди! Вот так. Возвращаемся сюда. Я всегда пойду. А, ну тогда возвращаемся. Давай. Идет, так ты ж упадешь. Нет. Ладно. Веселый левел. Ты веселый! М? Ой, да это уровень легким будет. Мы тебя отвечаем. Я попросил, я ничего не попросил. Ай, нет, еще. Ой, блин, стой, 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 реально. Ау, бля, бля, бля. Чел! Не понял. А смотри, где я? Опа! А, да, да, ну ладно. А, ну понятно. Мы пытались. Балдец, я именно так сказал. А. Только смысл. Мне так нравится. Подоставлял, блин, портал. О, тогда я тоже хочу свой поставить. О, вообще читюль. А? Бля. Ты без проблем? Хрен тебе. Ну ладно, давай думать, как пройти это все. Только после этого. Давай, давай, как пройти эту хуйню? Смотри, самый тупой поступок. Блин. Нет, я даже не убью. Ах ты ж сучка.
все-таки поделать с ней. Что с ней? Прыгать будем? А, так что да. Ну ты прыгать будешь? Сволочь. А. А, нет. Все, короче, я понял. Я тоже понял. Сейчас, подожди. Смотри. Я все понял. Я уже понял. Я понял. И главное, не убирай мой портал. Не убирай. Так, какой я там поставил? Уйди назад. Назад уйди. Да не так. А вот так. Вот теперь прыгай. Ну. Че-то я не дорасчитал. Вот ты что, думаешь? Наверное. Че делать тогда? Че, если он так? А я понял. Все, точно понял. Ну охуеть. Чисто так по приколу. Ну и? Ну и заду. Тут, блин, разгон не возьмешь. Единственный разгон — это та фигня. Умно. Я пытался. Если чисто так по-читерски. Блин. Охуеть. А? Че, опять встать на пазлы и долго-долго думать? Короче, все, всем спасибо, всем пока, продолжим в следующей серии.